Региональная общественная организация «Особое детство в НАО» на средства президентского гранта организовала летний развивающий лагерь «Я сам» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками смены, которая стартовала 1 июля, стали 10 ребят в возрасте от 5 до 12 лет. Каждый день они занимаются по определенной теме. В пятницу – культурно-спортивные мероприятия. На одном из них побывала и наша съемочная группа «Слово» Ирине Никешиной. Наш девиз – мы не зря пришли сюда, победить всех без труда, ведь спортики старались, спортом занимались. Спортики, работящие чопики, лунтики и апельсиновые кеды. Сегодня на веселые старты вышли 4 команды. Это ребята из многодетных семей, команды общественного совета ОМВД, трудового лагеря и летнего развивающего лагеря «Я сам». У нас как раз целая команда, вот самые маленькие детки, это детки с особенностями. Поэтому для них немножко упрощенный вариант сегодня, задание немножко покороче дистанция. Ну и те, кто не могут бегать, за них бегают те, кто более, скажем так, приспособлены к спорту. Хочу сказать, что у нас работает непосредственно инструктор по адаптивной физкультуре, то есть у нас персонал подготовленный, специализированный, поэтому будем рады, всем присоединяйтесь. Самая главная наша задача – это все-таки оздоравливать детей, как-то их сдружить между собой, провести интересную игру, ну и наградить, поощрить. Мне больше нравится бегать, заниматься, разминаться. Для тебя задание сложное? Нет. Легкое. Самое интересное то, что они все бегают, спортом занимаются. А ты? Я тоже. Что больше всего понравилось? Гусиная походка. Она меня больше рассмешила. А тебе? Мне понравилось, мы просто бежали. Веселые старты проходят в рамках работы летнего оздоровительного лагеря для особых детей. Эту задумку региональной общественной организации удалось реализовать на средства президентского гранта. Нам администрация поселка Искателей выделила безвозмездно вот замечательное здание. Вот как раз оно здесь находится, бывший дом детского творчества. Мы сейчас производим ремонтные работы потихонечку. Там нам всячески помогают и авиаотряд, и администрация окружная, и всем миром. Делаем наш будущий замечательный дом. И как раз здесь ребята занимаются. У нас проходит ханг-терапия, арт-терапия, вот адаптивная физкультура, логопед работает с ними, аппликацией занимаемся, общим развитием. При этом мы деточек кормим. То есть это все в рамках реализации президентского гранта. Как отметила председатель региональной общественной организации «Особое детство в НАО» Татьяна Вепрева, это первый опыт специализированного лагеря для особых детей в регионе. Ребятам здесь очень нравится. Мы там пока занимаемся зарядкой, где-то час чем-то. Потом мы идем прессовать, потом мы лепим, потом если тепло, можем погулять, потом мы играем в зале немножко, потом идем обедать, а потом, кто сможет, можно погулять, то на той площадке все вместе. Ты тоже ходишь в лагерь? Да. А что тебе там больше всего нравится? Нравится лепить, рисовать. Свою работу летний развивающий лагерь «Я сам» завершит 31 июля. В следующем году организаторы намерены открыть 3 смены, чтобы охватить еще больше детей. Ирина Никешина, Леонид Шишилов, телеканал «Север».